Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы вам рассказываем о внедрении и разработках прорывных транспортных технологий. 20 век стал временем стремительной урбанизации. Не более чем столетие назад всего лишь 5% населения земного шара жило в городах. Сегодня же каждый второй житель нашей планеты – горожанин. Более того, население городов растет более высокими темпами, чем население Земли в целом. Колоссальные урбанистические образования выступают как мощные очаги деградации и возмущения природы. Для того, чтобы этого не происходило на обширных территориях, необходимо обеспечить регенерацию чистой воды, воздуха, почвенно-растительного покрова, ландшафтов и экосистем. Также постоянные пробки приводят к транспортному коллапсу. Комплексный подход к решению всех данных проблем и был предложен инженером Юницким. В чем он заключается, чем отличается от многих других подобных идей типа проекта Венера, Жака Фриско и так далее, давайте узнаем у самого Анатолия Эдуардовича. Анатолий Эдуардович, а почему для улучшения качества жизни в городах невозможно использовать уже существующие виды транспорта? А также хотелось бы узнать, чем SkyWay лучше других перспективных разработок? Если можно, давайте проведем сравнительный анализ наших технологий с такими уже утвердившимися, как, допустим, железнодорожный транспорт. Вообще-то города должны быть пешеходными. И так сложилось, что улицы, по которым раньше ходил пешеход, житель города, да? Ведь города начали строить тысячи лет назад, поехали автомобили и вытеснили людей на обочину. Вы знаете, сколько людей гибнет сейчас в городах? Создается невыносимый шум. Сейчас по вредному воздействию на человека шум выходит на первое место. Например, в Москве в год гибнет около 2000 человек, из них около 500 детей в год в одном городе. Да? И сейчас фактически города строят не для людей, для автомобилей, для машин. Поэтому парковки должны быть, да? Поэтому должны быть пешеходные переходы над дорогой или под дорогой, чтобы, не дай бог, автомобиль не задавил. Вы абсолютно правы в том, что города строятся не для людей, а для автомобилей, даже как их чистят. Вот с дороги снег бросают на тротуар. На тротуары пройти невозможно. Да. И это произошло потому, что транспорт занял улицу, предназначенную для пешеходов. Поэтому транспорт должен быть внеуличным. Он должен быть или под улицей, или над улицей. Под улицей метро. Да? Но метро дорого, тоже небезопасно, в том числе экологически, потому что сколько домов в Москве упало за то, что прорыли тоннель, да? Там и плывуны образуются, много чего другого, да? И это надо под землю спускаться на большую глубину, что тоже небезопасно с точки зрения здоровья, потому что мы ведь не подземные жители, и вот замкнутое пространство, клаустрофобия, сильнейший шум, там очень сильный шум, потому что замкнутое пространство, да? Мощные электромагнитные поля, ну, небезопасны для здоровья человека. И исследования, это не мои исследования, это врачи и медиков исследования, они показали, что, например, в московском метро, это лучшее метро в мире, можно находиться безопасно для здоровья только 3 секунды. Все остальное вредно для здоровья. Поэтому под землей это тоже не лучший выход. Птицы летают, например, над землей. Поэтому лучше подняться на воздух, да? Над дорогой, над улицей и оставить первый уровень, где, собственно, люди живут, животные, да? Где дети бегают и играют, где растут растения, цветы, деревья, оставить для жизни, а перемещаться на другом уровне. И тогда любой город может стать пешеходным и безопасным. Потому что все аварийные ситуации возникают только потому, что и люди, и пешеходы, и транспорт находятся на одном уровне, на первом. Мы сейчас их разнесем. И тогда такие города будут другими.
городами удобными, безопасными, комфортными для проживания. Спасибо большое. А теперь, если говорить о том, почему не подходят уже существующие виды транспорта и в чем Skyway лучше их, давайте, может быть, с железнодорожным сравним для начала. Ну, я бы со всеми сравнил. Опять же, основной недостаток то, что двигатели находятся на поверхности Земли. Например, японцы вот в Токио поступили по-другому. Они сейчас эстакады стали размещать над землей, да? Ну, там другая крайность. Столько бетона, что уже небо закрыто. И этот бетон не вечен, он скоро начнет сыпаться на голову людей. А когда землетрясение, то тоже все падает, да? Поэтому железнодорожный транспорт, он не подходит. Ну, разновидность железнодорожного транспорта – это трамвай. Он создает, отнимает полосу отвода на дороге, значит, усугубляет движение по дороге автомобиля. То есть не улучшает, а усугубляет, потому что отнимает в том числе полосу. Скоростной. Да, в том числе скоростной. Он требует выделенной полосы. Да? Поэтому он не решает никаких проблем, а только усугубляет. Контактная сеть, это радиоизлучение, там же искрится, да, горит. Да? Кстати, возникают блуждающие токи в грунте, в земле. Да? Это разрушает фундаменты зданий. То есть там целый комплекс недостатков, на самом деле, у этого транспорта. Если взять автомобильный транспорт, то там те же недостатки на первом уровне. Нужен асфальт, который тоже экологически опасен. Да? Опять же, как перейти эту дорогу, улицы, значит, надо либо под дорогой, либо над дорогой пешеходный переход. Да? Автомобильный транспорт, он не экономичный, потому что колесо катится, пневматическая шина по асфальту, небольшое сцепление качения колеса. И поэтому надо большой расход топлива, чтобы просто катиться. На железнодорожный транспорт эти затраты меньше. На порядок даже больше, чем на порядок меньше. При этом у городского транспорта есть еще такой недостаток. Обычно любое транспортное средство, неважно, это легковой автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус, металла больше, чем масса пассажиров. Вот я часто наблюдаю, когда едет трамвай по улице, и там сидит два человека. Трамвай весит 25 тонн. 25 тонн железа ведут двоих пассажиров. А на городском транспорте у него другой режим движения. Нужно разогнаться быстро. Потому что скоро будет новая остановка, да? Потом чуть-чуть проехать, потом надо быстро затормозить. И всю эту энергию надо выбросить. Причем энергия эта затрачена не на разгон пассажира, а на разгон железа. Поэтому пытаются ставить рекуператоры энергии, чтобы эту энергию вернуть. Но все равно, даже у электромобиля Tesla рекуперация, ну, возвращает только не более 60% энергии на разгон. Это только часть энергии затрачена. Поэтому любой городской транспорт наземный, на поверхности земли, он не эффективен. Любой, неважно, это автомобильный, железнодорожный, он неэффективен, он энергозатратен, он очень дорогой, и в том числе потому, что городская земля очень дорогая, там гектар городской земли может стоить десятки, даже сотни миллионов долларов. А дорога отнимает эту землю, вот, там могли быть парки, скверы, могли быть дома, а там дорога. Да? Поэтому никакой существующий транспорт не подходит для решения. Это же касается и монорельса, и поездов на магнитной подушке. Нет, монорельс — это уже эстакада, он меньше отнимает земли, это уже не уличный транспорт, он безусловно лучше, да, чем наземный транспорт, но он безумно дорогой. Например, целый ряд есть проектов, где километр монорельсовой дороги стоит там 150-200 миллионов долларов. То есть это безумно дорого. И ведь эти деньги берутся у людей, у городских жителей. Ведь это можно направить было на детские площадки, да, на какую-то социальную сферу, да, на помощь людям. А это вкладываться в дорогу, которая никогда не окупится. Никогда не окупится, да. Дороги, вот поезда на магнитной подушке еще менее эффективны, чем монорельсовые дороги. Это иллюзия, что магнитная подушка решает какие-то проблемы.
не решает никаких, кроме безумной стоимости и безумных энергетических затрат на движение. А вот SkyWay, если взять струнные дороги, струнные технологии, они исключают все недостатки существующие. Ну, во-первых, это уже не уличный транспорт, над землей. Да? При этом у нас нет полотна сплошного, нет балок этих мощных, как вот те же японские дороги, допустим, эстакады. Ухудшают города. Вид, да? Так не только вид. Представьте, сколько это железобетона, а он стоит деньги. Такие эстакады стоят 200, 300, там, 400 миллионов долларов за километр. Потому что там безумное количество материалов. Закрывает даже небо, да? А у нас два струнных рельса. Вообще дорога прозрачная, даже тени не дает. Как не дает провод там, да, линейная передача, он не дает тени, потому что он высоко размещен. Поэтому материалов мало, ресурсов мало, да, и это стоит очень дешево. Недорого и по карману любому, бюджету любого города. Так? Потом инвестиционные издержки низкие. Мы знаем, что такое вот сейчас вот снегопады были, вот мы сейчас в Минске, там невозможно было проехать по улицам, то же самое в Москве. Нашу дорогу струнную чистить от снега не нужно, и от наледи не нужно, а эта структура самоочищаемая. Если было полотно, там бы лежало бы снег. Как он может лежать на узких рельсах? При этом колесо, когда прижато, оно сдувает и снег, и лед. Поэтому минимальные эксплуатационные издержки. Так? И поэтому себестоимость проезда в наших дорогах SkyWay мы могли бы снизить по сравнению с существующим видом транспорта, ну, раз в пять. Потом там, где стоит, допустим, проезд, я не знаю, ну, если говорить в рублях, там, 30 рублей, там, 40 рублей, там, метро, допустим, да, у нас будет 105 рублей. Вот эту систему легко внедрить в любую городскую структуру, инфраструктуру, не нарушая ее, не ухудшая качество жизни, наоборот, улучшая качество жизни людей. И при этом эта система долговечна, мы гарантируем срок службы не менее 100 лет для путевой структуры. Поэтому это надолго строится и это быстро купается, поэтому это будет давать большие доходы тем, кто построит такие дороги. А скажите, какова, в принципе, роль и каково место транспортных коммуникаций в развитии современных городов? Есть такое понятие в транспорте – доступность, транспортная доступность. Так вот, города стали появляться на планете только потому, что нужна доступность транспортная. Значит, надо быстро до работы добраться, до мест отдыха, там, на рынок, да, в магазин. Ну, какие-то развлечения, да, при этом комфортным считается достаточно комфортно, когда ты перемещаешься к какой-то цели не более чем полчаса, 30 минут, да, полчаса. И поэтому, когда первые города появились, и люди ходили пешком, за полчаса можно пройти там, ну, 2-3 километра. Поэтому города имели такой размер, то что за полчаса можно было пройти этот уровень. Потом, когда человек сел на лошадь, это средние века, скорость возросла. И за полчаса можно проехать, ну, километров 10. Значит, стали города, там, Париж, да, Лондон, ну, другие, Москва, там, Санкт-Петербург, стали где-то размером порядка 10 километров. Потом, когда в 20 веке появился автомобиль, скорость возросла от движения, и за полчаса можно проехать 20-30 километров, а то и больше. Города выросли. То есть, исходя из этого понятия, транспортная доступность, да? Но потом, когда возникла массовая автомобилизация, и когда у городов, особенно у крупных, коллапс возник транспортный, скорость резко упала. Сейчас средняя скорость движения автомобиля в городе, ну, не выше, чем скорость пешехода. Это 10-12 километров. И общественный транспорт также движется. Поэтому стали добираться до работы 1,5-2-3 часа. И города стали абсолютно некомфортными для проживания. Из-за вот этого понятия нет транспортной доступности. Поэтому у тех городов, которые вот возникли, мегаполисы, тоже Москва, та же Москва, нет будущего. Города должны быть другими. И они будут другими. Они будут, станут линейными.
где вот это понятие транспортной доступности, оно присутствует, и за 15-20 минут можно попасть из любой точки города в любую точку города. Причем абсолютно безопасно, экологически чисто и недорого. Выполняли работу по гранту Организации Объединенных Наций. Первый грант я получил в 1998 году. Эта работа называлась «Устойчивое развитие населенных пунктов и улучшение их коммуникационной инфраструктуры с использованием струнно-транспортной системы». Со стороны Организации Объединенных Наций этот договор с фондом, который я возглавлял, который выполнил эту работу, он был тогда в Москве, этот фонд общественный, Клаус Топпер, это заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, бывший министр транспорта и инфраструктуры Объединенной Германии. Так. Человек, знающий толк в транспорте. И вот этой работе, которой уже, 18 лет, да, есть такой раздел, струнно-транспортная система как экологически чистая альтернатива суперавтомобилизации общества. То, что сейчас происходит, суперавтомобилизация общества, которая приводит к коллапсу. И здесь вот показана структура линейных городов. И описано, что это такое. Так? И есть линейный город, когда как бы все вытянуто в линию, коммуникация транспортная, жилье, зоны отдыха, ну и так далее. В линию, да? По центру которой, я могу нарисовать сейчас, то есть, вот мы делаем некие транспортные коммуникации. Естественно, они должны быть скоростными, безопасными, экологически чистыми. Да? Потом мы делаем остановки, это же город, городские остановки должны быть. И причем так, чтобы они были пешехододоступны. Поэтому где-то шагом примерно километр, чтобы пешеходная доступность была, и, допустим, можно было добраться там, ну, максимум 500 метров пройти. Это 3-5 минут. Да? И вокруг этой станции, которая может быть совмещена с высотным зданием, допустим, с торговым центром, да, можно построить кластер, где можно построить виллы, дома, монотажные и так далее, где разбить можно скверы, так, и можно очень быстро добраться до остановки, до станции. Нам, наверное, нужно двигаться, мы не любим зарядку делать, да, как-то спортом заниматься, да, хотя бы надо 3-5 минут по утрам пройти до станции, да, от дома. То есть лучше пройти, а не проехать. И потом, когда я вернусь с работы, тоже я добрался до дома. Это полезно ходить пешком. Так эти функции вот как раз фитнеса выполнит этот кластер. Так, вот второй кластер. Да? Вот это может быть вписано в природу. Здесь может быть река течь. Только хотел спросить, я так понимаю, что здесь могут быть горы, реки, леса. Что угодно. Природа естественная, да? И поскольку она пешеходная, мне нужно рубить там какие-то просеки. Можно тропинку между деревьями положить. То есть это можно та же тайга. Можно жилье встроить прямо в тайгу и жить там. Да? Единственное, что нужно сделать, это, вот, допустим, для вот этого как бы доминанты высотного здания. Допустим, да? И можно построить параллельно. Так? Как бы полосу определенную. И опять же, здесь тоже дороги и поперечность сделать линии. Да? Это не значит, что они будут на одном уровне, они не должны пересекаться, иначе не будет безопасности. Да? Это может быть всего лишь один этаж, 3 метра. Это 23 секунды пересел с этажа на этаж и поехал по поперечной линии. Но это, я понимаю, это уже шахматный город, который линейный, вот он, да, но он в шахматной логике построен, так? И получается, что я могу с одной пересадкой, вот допустим, мне надо сюда добраться, отсюда, я могу с одной пересадкой добраться, да, могу вот так. То есть есть альтернатива, чтобы не было пробок и так далее.
И независимо от размеров города, я могу в любую точку попасть с одной пересадкой за 15-20 минут, если транспорт будет скоростным. Я так понимаю, что это что-то типа спального района, а работа где? Так это может быть и рабочим. Вот кластер производства, вот. А вот жилой. Вот кластер, где торговые, магазины, рынки и так далее. Да? Кластер вот спортивный. Можно вынести куда-то, в горы. Понятно будет. Да? То есть не без этого. И не надо работать, жить там, где ты работаешь. Зачем? Потому что просто рядом, на таком доступном расстоянии, да, когда ты за 15-20 минут берешь на работу. И ты можешь проехать, это может быть завод какой-то, ты можешь прямо на завод приехать. И если вот эту логику применить для городского транспорта, да, кластерного типа дороги, то там есть еще один у нас тип дороги с провисающей путевой структурой, когда вот, допустим, здание, вот станция. Вот здание, вот станция. Да? Когда путевая структура провисает, она самонесущая, она, здесь лучше всего подвесной юнибус, здесь это он горизонтально стоит, да? Потом выезжает и едет по провисающей путевой структуре. Какая особенность у этого транспорта? Когда он выезжает со станции, независимо от массы транспортного средства, юнибуса, гравитация разгоняет транспортное средство. Неважно, тонну весит, 10 тонн, 100 тонн, гравитация разгоняется определенным ускорением. Да? И мы не тратим топливо, энергию на разгон до скорости, где здесь может быть 120 км в час и больше. Все будет зависеть от этого вот провисства. Поэтому он нужен, чтобы гравитация работала. Потом гравитация, когда он сюда заезжает, начинает тормозить транспортное средство. И появляется, есть гравитационный двигатель, а здесь гравитационный тормоз. И происходит рекуперация 100% энергии, что сейчас как в существующем транспорте, в том же электромобиле Тесла, включает, допустим, мотор-колесо или там электропривод на генераторный режим и начинает вырабатывать энергию, тормозя, да, и это все в аккумулятор сбрасывается, а потом берется с аккумулятора. И только 60% энергии можем вернуть, которую мы на разгоне вот потратили. Не аэродинамика, ни что-то другое, только на разгоне. Да? А здесь получается что? Есть закон о сохранении энергии. Здесь у нас потенциальная энергия mgh, а здесь кинетическая энергия mv квадрат на 2. И получается, что по законам физики эта энергия переходит в эту энергию, причем с КПД 100%. Полная рекуперация. Потом эта энергия переходит в mgh. Будьте природный рекуператор. Поэтому гравитация разгоняет, гравитация тормозит, и гравитация рекуперирует энергию. Поэтому по эффективности эта система, по сравнению с системой, когда мы движемся по горизонтальному пути, и тоже транспортное средство, допустим, автобус, надо разогнать, а потом затормозить. Вот если этот же точно автобус поставить на ту систему, его эффективность улучшится 5-7 раз. Только вот благодаря этому. Поэтому городской транспорт вот наиболее эффективный. Вот такой. Это как раз логику линейных городов вписывается. Там, где не нужна большая сверхвысокая скорость. Правильно? Нет, так она и не нужна. В городе нельзя скорость 300 км в час ехать. Да? И в городе какие особенности? Должны быть частые остановки. Как раз, да. И на остановке транспортное средство должно стоять. Так оно здесь останавливается. Оно не должно приезжать, оно должно остановиться, чтобы выпустить пассажиров и снова кого-то взять, да? И поэтому вот эта система. И двигатель нужен только для того, чтобы компенсировать действие силы трения и аэродинамики, да. Правильно? А у нас стальное колесо катится по стальной головке рельса, поэтому очень маленькие потери энергии, накачение колеса. У нас уникальная аэродинамика, которая улучшена, например, по сравнению со спортивными автомобилями в 7 раз. Всем раз, да? Поэтому нам, могу сказать, что юнибус, аналог автобуса, допустим, там 50-местного, да, может развивать скорость 120 км в час,
120 км в час, имеет двигатель 10 кВт. То есть это 13-14 лошадиных сил? Это мопед, это даже не мотоцикл. Это 13,6 лошадиных сил, правильно? А легковой автомобиль имеет 200 лошадиных сил, понимаете? И такую скорость он не разовьет. Вот благодаря вот этим как бы всем преимуществам. Поэтому надо города строить не так, как сейчас строят. Давай построим небоскребы, засунем туда 200 тысяч человек, а потом думать будем, а как их на работу возить, а как с работы, а как доставлять продукты питания, а как вывозить мусор, а как туда добраться, если будет пожар или стихийное бедствие, как тогда их эвакуировать, да? Вот так же сейчас строят, это абсолютно неверно. Надо построить другой логике транспортного коммуникации, а потом построить город пешеходный, безопасный, да? Вокруг этих коммуникаций построены в определенной логике и вписаны, которые вписаны в природу, не нарушая эту природу. То есть это экогенная технология. Она не разрушает экологию, а наоборот будет возрождать. Потому что там, где появляются такие города, там может быть пустыня, там появятся сады, появится почва, появится животный мир, леса. Хотя до этого могла быть пустыня. Очень хорошо, что вы коснулись экологического аспекта, я думаю, на транспортной составляющей технологии Skyway мы остановились достаточно. Вы также сказали о том, что получили грант от ООН. Насколько я знаю, вы их получили целых 3. И как раз таки за экологические составляющие технологии Skyway. Вот могли бы вы остановиться теперь именно на этом подробнее? Ну, нет, так они все гранты, собственно, касаются экологии, только там... Просто мы сейчас больше говорили именно о транспортной составляющей, да, линейных городов. Да, это, а но все равно это экология, в первую очередь экология, потому что в городах стало жить невозможно. Да, да, вот хотелось бы сказать. Поэтому два гранта были как раз вокруг транспорта, это устойчивое развитие населенных пунктов, да. И есть такая структура в ООН, Хабитат, это устойчивое развитие вот, поселения, да. И именно Хабитат выдал этот грант, ну, два гранта первых. А недавно мы получили третий грант, который, ну, дан для зеленых крыш. Это висячие сады, образно говоря, когда... Семирамиды. Ну, не семирамиды, а висячие сады Skyway. Когда сады будут не на земле, а над землей. И вот здесь как раз... в том числе вот линейные города, вот это в этой логике и построено. Мы для них это делаем, да, эту работу. И когда, ведь сейчас как, если дорогу строят, бульдозером почву в сторону, да? Дом строят, выкопали фундамент, почву выбросили, да? А гумус, например, вот живая часть почвы, плодородная часть, самый ценный минеральный ресурс на планете Земля, ценнее нефти и газа в тысячи раз, да? Он создавался природой миллионы лет, а его взяли бульдозерами в сторону. Мы поступаем по-другому. Мы берем эту почву, улучшаем ее, добавляя гумус, который мы производим из торфа, в частности, да? Ну, с других биоресурсов, которые идут сегодня в отходы, фактически, так? Повышаем содержание гумуса до плодородия лучи чернозема, 0,4. Перемещаем. Нет, у белорусских, например, почва гумуса 2-2,5%, чернозем 8%, 10% максимум. Мы можем 20% сделать, то есть в разы лучше чернозем можем сделать, да? Потому что мы знаем, как гумус сделать, да? И как добавить в почву, чтобы почва была плодородной, так, и туда можно чернок лопатой воткнуть и вырастить яблоко или дерево, да? Или бульба. Да, или бульба, тоже хороший продукт. Я люблю картошку, я же белорус. И мы эту почву перемещаем на плоскую крышу и садим там сад, огород. Как у вас за спиной, да? Да, да. Вот здесь было море, да? Посмотрите, и вдруг в море появился вот этот остров. Ну, остров не насыпной, он стоит на сваях для того, чтобы не нарушать гидрологию вод. Сваи сибирской лиственницы. Нет, это железобетон, лучше всего железобетон. Сталь плохо стоит, но это не важно, да? Это колонна, которая передает нагрузку на грунт,
То же самое, как, допустим, если мы песок насыпем, он тоже передает, да, нагрузку. Но если вы, как вот пальмы эти, да, острова Эмиратов, в Дубае, в частности, да, они гидрологию моря испортили, там загнивает вода, там даже запах стоит, да, нарушено движение. Вот, Дубай-Марина, да, район, по-моему? Не, ну там много этих проектов с помощью насыпных островов. Это плохой вариант решения этой проблемы. Лучше сделать железобетонную плиту над водой и опереть ее на свай. И пусть вода гуляет. Как, это как здесь. Да, мы как текли там течения, так они будут течь. Как рыба плавала, пусть так и как миди там жили, пусть и живут эти миди. Наоборот, мы можем оградить потом эту плиту сеточкой и выращивать на море культуру, аквакультуру. И обеспечивать питанием тех, кто здесь живет. Здесь живут. Да? Потом, значит, плита железобетонная, на нее мы размещаем мощный слой почвы, больше, чем в природе, потому что в природе почва, ну, 20-30 сантиметров плодородная. Это чернозем там может быть метр. Да? То есть мы большой слой, чтобы посадить сады, деревья и так далее. Да? Здание опирается на дно, оно не на плиту опирается. Естественно, фундамент уходит в дно, и здание устойчиво. И потом на этажах тоже сады. Видите? То есть была вода, появились сады, появилось жилье, появилась зона отдыха, видите, пляж. Независимо от направления ветра, есть подветренная сторона, где нет волн. Мы можем всегда найти место, где можно купаться, ну, независимо от погоды, даже что. Потому что есть вот такая защищенная сторона от волн. И есть две дороги, которые идут на разных уровнях. Вдоль линейного города и поперек линейного города. Видите, вот он пошел по морю. С провисанием, а, да, как вы... Да, вот то, что, о чем, той логике, что я сказал, да. При этом 2-3 минуты ты на берегу. То есть это не, ты не оторван от суши. Ты живешь на суше. 2-3 минуты, это то же самое сейчас с высотки пуститься вниз, надо тоже потратить 2-3 минуты. Ну да. Так? И когда говорят, что лучше всего ставить небоскребы рядом, и у меня был пример в Дубае, когда министр транспорта Дубая рассказывал, что вот они строят небоскребный центр, что это классно, что это хорошо. И мы стояли на 40 этаже строящегося здания, и метров 50 стояло другое здание, которое строится. Я спросил, как вы думаете, чтобы вот с 40 этажа попасть на 40 этаж в здание, которое стоит в 50 метрах от нас, сколько времени надо? Вот, прикинул так, посчитал, там, прийти, нажать кнопку, подождать, проехать. Говорит, минут 10. А здесь здание стоит в километре, время в пути 1,5 минуты. Какое здание ближе? Вот это. Но оно безопаснее, потому что то здание 50 метров, если оно упадет, они как домино падают. Бомба упала, и нет города. Все же ляжет. Ну, то есть понятно. Скученность это плохо. А у нас, видите, и нет гнета на природу, потому что оно распределено, сосредоточено. И в то же время. С точки зрения транспортной доступности, этот как бы кварталы, они более доступны, чем вот в существующих мегаполисах, где все в куче. Анатолий Эдуардович, ну в городе, допустим, до 150 км в час, да, скорость движения, междугородный Skyway еще быстрее, до 500 км в час. С такими скоростями получается, то есть по логике развития этих линейных городов, что они могут простираться на тысячи километров. Я прав или? Да, конечно. Ошибаюсь? И опять же, зачем нам из конца в конец такого города ехать? Вот в Владивосток мне не надо каждый день ездить. Да? Один из таких вот городов может быть Санкт-Петербург, Москва, Владивосток. И это все один линейный город? Один линейный город, где может жить 200-300 миллионов человек. В комфортных условиях. Это полоса, которая идет по югу России, которая наиболее комфортная с точки зрения климата, да, ну, доступность и так далее, но более комфортно для проживания. Зачем жить за полярным кругом? Туда нужно ездить на работу, в Норильск тоже. Если будет скоростная дорога, Красноярск, Норильск, то можно на вахтовом методом туда ездить на работу, жить в Красноярске. А Красноярск будет входить в линейный город. Фантастика. Да, ничего фантастичного нет, и оно будет вот в той логике, как я сказал. Понимаете, и у вас может быть гектар земли, у вас может быть свое родовое поместье,
понимаете? Которое можно построить на века, а не просто какое-то временное жилье, понимаете? Да. Скажите, пожалуйста, Анатолий Эдуардович, это все мы говорим теоретически, а может быть уже есть у вас какие-то конкретные проекты линейных городов, которые Skyway реализует или, по крайней мере, ведет переговоры о реализации? Можем мы чем-нибудь таким уже похвастаться? Нет, вот вы упомянули Дубай, вот какие-то такие... Нет, так мы ведем переговоры, а этим не хвастаются. Хвастаются результатом. Результата нет, мы ведем переговоры, и всем интересно, да? В том числе и почву, да, тем более в Дубае, там пустыня, да, Саудовская Аравия, Египет, там пустыня. Китай, там треть Китая тоже пустыня. Это многим странам интересно. Это логика линейных городов тоже всем интересно. Но тут есть одно но. Вы покажите все это. А так ли все красиво, как вы говорите? А вот вы в чем-то ошибаетесь. А вот вы что-то там не додумали, не доработали, да? Поэтому важно показать, и мы это делаем, эко-технопарк. Поэтому... И вот даже это, тот же ГУМУС, как я понимаю. Тот же ГУМУС, конечно, у нас разработана технология, мы ее уже начнем реализовывать в этом году. И первое, как бы, вот огороды, сады мы посадим, да? И, можно сказать, первые огурцы, там, помидоры и редиску, да, мы вырастим как раз вот на почве, которую мы же сделаем. Причем эта почва будет... богаче тех почв, что есть в Беларуси, раз в 10. И производительнее. Да? Мы хотим это показать. Как часть вот, инфраструктуры, транспортно-коммуникационной, да? Жилой, производственной. Мы же там все элементы тоже и производство сделаем, там же цеха у нас будет. У нас станции, вокзалы, терминалы. Не просто будут дороги, да? А вся инфраструктура. В том числе и дом, жилой дом будет построен, которые вот этой логике, доступное жилье, чтобы у вас был дом площадью там 200-300 квадратных метров, и он был, ну, не дороже там, 50 тысяч долларов, не дороже, так, который будет умным домом, будет светлым, теплым, потому что почва будет, это же теплоизолятор, то есть даже эту функцию почвы будет выполнять на крыше, да, который вас может прокормить полностью, дом, не огород, а дом. То, что на крыше будет сад и огород, который прокормит всю семью. Где мы можем использовать энергию и будем использовать энергию земли, тепловую энергию. То есть зимой будем греть с помощью этого тепла, а летом охлаждать дом без кондиционеров с помощью холода, который есть тоже в почве, в земле. Да? Где будет использована энергия ветра, солнца, где будет свое водообеспечение. Где канализация, ведь у нас будет разделена канализация вот этих домах. Есть канализация, есть биологическая часть, а есть химия, да? Допустим, стиральная машина, там химия. Они будут разделены. И там, где есть биология, вот это, оно будет переработано определенным образом, возвращено в почву в виде гумуса. Даже это будет. Это другой дом. Он самодостаточный, можно как бы жить, ну, независимо от источников энергии, воды, там, транспорта. Там. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Все, что я сегодня услышал, поистине поражает воображение. Вам спасибо за то, что вы задали грамотный вопрос. Очевидно, что эпоха автомобиля заканчивается.
одним из ярчайших свидетельств того, что альтернативы проекту Skyway, и в частности, получившие мировое признание концепции линейных городов нет, является Детройт. Это великий город, который дал миру и икону автомобилестроения Ford Mustang, и студию звукозаписи Motown Records, где начинали свой путь в искусстве такие мегазвезды, как Стиви Вандер или Майкл Джексон, а также многие другие. В 1950-х годах он был одним из центров американского машиностроения. Город поистине процветал и стал одним из самых богатых городов США. Автомобиль создал этот город, автомобиль же его и убил. В 1973 году разразился нефтяной кризис во всем мире, и больше всего от него пострадала большая американская тройка, а именно General Motors, Ford и Chrysler, автомобили которых огромные, дорогие, прожорливые, не смогли конкурировать с малолитражками, более экономичными, европейских и японских, в первую очередь, производителей. Автозаводы начали закрываться, люди начали терять работу и уезжать из Детройта. Население которого в начале 50-х годов прошлого века составляло 1 миллион 800 тысяч человек, стало уменьшаться, и в данный момент жителей Детройта насчитывается всего лишь 680 тысяч. Некоторые районы города буквально заброшены. Уровень преступности один из самых высоких в Северной Америке. А в 2013 году Детройт вообще стал банкротом. Причем это самое масштабное банкротство в истории всей Северной Америки. Очевидно, что 40 лет назад те малолитражные автомобили, которые отвоевали место под солнцем, победив прожорливых монстров, сейчас должны уступить свое место проекту Skyway, который, кроме того, что спасет экологию, сам же займет подобающее ему место на втором уровне, вернув людям место для жизни на поверхности Земли. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте компании по адресу rsvedefisystems.com. Присоединяйтесь к нашему проекту. И чем быстрее вы это сделаете, тем раньше мы станем с вами жить в таких городах, о которых сегодня можно только мечтать. Строй Skyway, спасай планету.